представляется временно исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия Алексею Маратовичу Орлову. Уважаемые участники и гости третьего этапа чемпионата России по ралли-рейду «Великая степь». Эндет кюнтавермет, кюнтавана ахнер дюнер. Добрый день, дорогие земляки! В очередной раз Калмыкия распахнула свои двери для вот этого мужского, красивого вида спорта. В очередной раз мы принимаем наших добрых, дорогих гостей. Многие из участников третьего этапа уже бывали у нас в Калмыкии, знают, что такое наше гостеприимство, что такое наши добрые сердца. Кто приехал впервые, наверняка познакомятся и подружатся с нами. Спорт – это великая объединяющая вещь. Спорт – это то, что вдохновляет народы. И у нас с вами есть самые яркие примеры недавнего прошлого. Мы все помним, не забываем мгновение Олимпиады в Сочи, как та огромная, яркая победа нашей страны объединила нашу нацию, объединила наши народы. Сегодня в очередной раз мы встречаем мужественных, красивых людей, тех, кто посвятил свою жизнь автомотоспорту, тех, кто в очередной раз сегодня или завтра будет глотать пыль, мотать сотни и сотни километров по степям и пустыням Калмыкии и Астрахани. У нас много общего. Наши великие предки-кочевники оставили нам великую страсть к коням, к гонкам. У вас тот же самый адреналин в крови. Мы с вами одной крови. Мы разделяем вашу страсть. Мы любим этот красивый, мужской, мужественный вид спорта. Но мы хотим, чтобы Калмыкия осталась у вас в памяти не только как этап чемпионата России, не только как эти бесчисленные километры пути, путешествий по нашим степям и пустыням. Мы хотим, чтобы вы запомнили нас. Мы хотим, чтобы мир запомнил нас, Калмыкию, как одну из самых гостеприимных и радушных республик нашей великой Родины, великой России. Мы искренне рады приветствовать гостей. Мы искренне рады тому, что мы можем разделить с вами наш кров, наш хлеб. Мы искренне рады, что мы можем вас угостить нашим знаменитым шулюном. Своих земляков хочу поздравить с тем, что у нас появляется уникальная возможность наблюдать за этим красивым видом спорта, приветствовать и дать старт этому третьему этапу чемпионата России. С праздником вас, дорогие друзья и гости! Спасибо большое, Алексей Маратович. Слово предоставляется заместителю начальника департамента по информационной политике открытого акционерного общества «Газпром» Сергею Владимировичу Куприянову. Добрый день. Спасибо огромное.